друзья, мы продолжаем говорить о Федоре Михайловиче Достоевском, и сегодня мы поговорим о его философских идеях, которые отражены в его произведениях. Ну, прежде всего, нужно сказать о том, что Достоевский поднимает вопрос, который связан с подпольем человека. Что значит человеческое подполье? Это бессознательное, да, о котором говорит Фрейд. То есть человеческая душа настолько непостижима, настолько глубока, что ее невозможно каким-то образом познать. Поэтому, в общем-то, Достоевский исходит из того, что человек необъясним с точки зрения науки, с точки зрения каких-то научных схем, да, его невозможно каким-то образом свести к чему-то определенному и так далее. Поэтому Достоевский выступает таким критиком гуманизма и просвещения. То есть по Достоевскому, естественно, человек – это некоторая бездна, которая включает в себя как положительные стороны, так и отрицательные. Поэтому у него герои не делятся на положительных конкретно и на отрицательных. Каждый герой очень сложен, раскрывается в какой-то определенной экзистенциальной ситуации, да, то есть у Достоевского персонажи все настолько глубокие, настолько диалектичные, настолько несводимые к какому-то определенному типу, что, собственно говоря, и отражает философскую идею Достоевского о человеческом подполье, о том, что человека нельзя привязать к какому-то определенному типу. Ну, в каждом человеке есть какие-то и отрицательные стороны, и положительные. И герой может стать злодеем, и у злодея может быть какие-то человеческие качества положительного порядка. Поэтому тема бессознательного у Достоевского одна из ключевых. Но поскольку мы говорим о том, что человеческая душа непостижима и непознаваема, то, естественно, она включает в себя в том числе и несогласие, в том числе и бунтующее начало, да, то есть вот как раз тема бунта. То есть, с одной стороны, человек хотел бы пожить в условиях спокойствия, счастья и так далее, да, но в его душе присутствует некоторое несогласие всегда с существующим порядком и, собственно говоря, то, что называется волей. То есть человека Достоевский понимает как волю, не как какое-то существо, которое бы было сведено к потреблению, да, то есть, ну, как в экономике пытаются описать человека с точки зрения потребления. Пытаются его описать неким рациональным субъектом, неким рациональным потребителем, который собственную жизнь рассматривает сквозь призму выгоды. А на самом деле Достоевский говорит о том, что невозможно человека таким образом описать, как-то определить. Ну и, соответственно, поэтому он и говорит о том, что вот бунтующее начало присутствует в нем. Даже если человек может быть всем доволен, в какой-то момент ему может наскучить эта ситуация, и он разрушит все то, что казалось ему до этого прекрасным и великолепным. То есть как раз вот в его работах, в его произведениях и поднимается тема бунта, которая связана, безусловно, с волей, ну и со свободой. Что значит свобода? Свобода – это всегда попытка самоутвердиться в жизни, как-то утвердить себя, заявить о себе. То есть человек утверждается через свободу, а свобода реализуется через выбор. И на самом деле свобода описывается у Достоевского как свобода без Бога, да, то есть он говорит о том, что свобода, в общем-то, которую все жаждут, она имеет разрушительное начало, если она реализуется без Бога. И у него есть ряд персонажей, которые это демонстрируют, ну, в том числе Кириллов, Раскольников и так далее.
То есть пожить без Бога по глупой воле, да. Ну и это также отражено и в образе Ивана Карамазова, который говорит о том, что он не приемлет мир Богом созданным, да. То есть это на самом деле трагедия, когда человек пытается реализовать собственную свободу вне Бога, да, без Бога. Поэтому вот с одной стороны свободу все желают, с другой стороны свобода – это разрушающее начало. Ну и свобода, вторая тема вот у нас – это бунт и свобода. Да, третью тему я обозначил как свобода и счастье. Да, с одной стороны человеку необходимо реализоваться через собственную свободу, ему необходимо пожить по собственной воле, да. С другой стороны, свобода – это всегда бремя, свобода – это всегда то, что тяготит человека. И свобода же связана с выбором, и пока мы этот выбор не реализуем, нам очень сложно приходится. Но как только мы сделаем какой-то выбор, мы сразу становимся ангажированным тем выбором, который мы сделали, поэтому в этот момент мы уже находимся не свободными. То есть на самом деле вот та абсолютная свобода, о которой говорит Сартр, ее сложно представить, но тем не менее свобода на самом деле это действительно бремя, человеческое бремя. Поэтому приобретя эту свободу, приобретя возможность выбирать, человек пытается эту свободу обменять на какие-то блага социальные или материальные. То есть пожить спокойно. Вот то, если говорить о счастье, то счастье – это, скорее всего, состояние спокойствия, да, такого умиротворения. То есть, с одной стороны, человек хочет пожить спокойно, в состоянии счастья. С другой стороны, ему нужно самоутвердиться как-то. И если человек будет жить спокойно, да, счастливой жизнью, то ему это тоже наскучит. И придется как-то заявлять о себе, опять-таки, через какой-то выбор пожить по собственной воле. То есть, с одной стороны, свобода необходима, с другой стороны, свобода – это бремя. И человек мечется постоянно среди двух вот этих аспектов свободы и счастья, да, то ли ему нужна свобода, то ли ему нужно счастье, но и там он не находит какого-то постоянного удовлетворения для себя. Но четвертый вопрос у Достоевского, четвертого его такая идея, это свобода и счастье. А свобода и счастье, да, это то, о чем я сказал только что, счастье и страдания, да. Но, с одной стороны, все мы хотим жить счастливой жизнью, а с другой стороны, счастье – это то, что, поскольку счастье связано со спокойствием, да, с комфортом жизненным и так далее, это то, что не выводит на какие-то серьезные экзистенциальные, эсхатологические вопросы. То есть счастье, на самом деле, это состояние такого сна перманентного, да, можно так сказать. А страдание как раз и заставляет человека задуматься о многом. Страдание позволяет выйти на какие-то высокие вопросы такого экзистенциального порядка. Да? Страдание как раз вот у Достоевского жизнь вся была связана со страданием вплоть до самых последних дней. Поэтому это и заставило его писать о том, о чем он, в общем-то, и писать о том, о чем он и пишет в своих произведениях. Поэтому страдание – это как раз вот начало, можно сказать, страдание – это начало сознания. Да? Эта мысль очень древняя, она встречается еще у античных мыслителей и так далее. Ну, еще одна тема, которая раскрывается у Достоевского, это тема закона и благодати, да, как раз вот в «Великом инквизиторе» братьях Карамазовых мы это видим, то есть когда инквизитор говорит о том, что
зачем людям какая-то свобода? Ведь Иисус пришел для того, чтобы даровать людям свободу, да? Но инквизитор говорит о том, что эта свобода людям не нужна на самом деле. И мы забрали у них свободу, но предложили им спокойную, достойную, безопасную жизнь. То есть, опять-таки, с одной стороны, закон, да, закон, который людей организует в какое-то общество, которое создается для того, чтобы они, ну, собственно, не поубивали друг друга, да, для того, чтобы обеспечить их какой-то, ну, определенной безопасностью. С другой стороны, человеку необходимо как-то заявить о себе через собственную волю, через собственную свободу, да, опять-таки. То есть, великий инквизитор как раз и говорит о том, что человек, по сути, это и раб, и бунтарь, да, вот его невозможно свести к определенному какому-то типу, то есть нельзя сказать, что человек раб или бунтарь, он и другое вместе. И поэтому великий инквизитор так и говорит. Но здесь опять-таки та самая проблематика, ну, уже выражается через закон и благодать. Ну и шестая идея у Достоевского – это жизнь и смысл жизни. То есть, с одной стороны, человек пытается каким-то образом придать смысл собственной жизни, да, но, с другой стороны, жизнь, она гораздо шире той абстрактной идеи какой-то смысловой, да, которую человек пытается ей придать. То есть жизнь гораздо шире. И в «Братьях Карамазовых», в частности, поднимается вопрос о том, что нужно жить жизнью и не пытаться как-то жизнь... Нужно жить самой жизнью, да, и не пытаться эту жизнь как-то осмыслить, придать ей какой-то смысл. Но тут опять-таки мы видим, что с одной стороны, да, человек уходит в какой-то смысл и поэтому не живет полной жизнью, с другой стороны, он не может жить без смысла. Поэтому проблематика здесь такова, что человеку необходим, конечно, смысл в жизни, с одной стороны. С другой стороны, этот смысл жизни, каким бы он ни был, не является полнотой жизни. Человек, когда как-то осмысливает свою жизнь, уходит в какую-то абстрактную идею, он не живет полной жизнью. С другой стороны, когда он живет полной жизнью вне которого смысла, это его тяготит, потому что он не видит в ней смысла. Поэтому здесь, опять-таки, мы видим ту же самую диалектику. Ну, что можно сказать здесь? Да, действительно, человек – это прежде всего свобода, об этом говорит и Сартр. Он говорит о том, что свобода изначально присуща человеку. Здесь также можно вспомнить и Эриха Фрома, который говорит о том, что человек, получив свободу, пытается избавиться от него, поскольку свобода его тяготит всячески, да. Свобода – это действительно бремя, это действительно не только ценность, не только благо, но это еще и риск определенный. То есть тема бессознательного, тема свободы, счастья – это все то, что отражено в произведениях и взаимосвязано друг с другом в произведениях Достоевского. Но, собственно говоря, тема человеческого подполья очень хорошо изложена на страницах произведения Достоевского, которое так и называется, в принципе, «Записки из подполья». То есть здесь, там есть целый монолог, в первой части, по-моему, целый монолог, который главным героем высказывается этого произведения. Ну вот, дорогие друзья, здесь, конечно, ну не все вопросы, но главный из них, которые появляются в качестве философских идей, да, у Достоевского, здесь нужно прежде всего говорить о том, что Достоевский не дает нам каких-то ответов. Это
писатель вопросов. Если Толстой, как моралист, пытается нам что-то объяснить, рассказать, и у него есть эти ответы конечные, то у Достоевского их нет. Достоевский как раз и интересен этими вопросами, которые он ставит. Ну и, как я сказал, Достоевский повлиял, как я сказал в прошлый раз, Достоевский повлиял на многих, и на Фрейда, и на Ницше, и на экзистенциалистов европейских. Поэтому это такие вечные вопросы, вечные темы, что лучше, да, свобода или счастье, или свобода, как это все взаимосвязано, что такое свобода. Свобода – это возможность человеческого выбора, но как только человек осуществляет какой-то выбор, он становится несвободным. Потом столкновение свободы одного человека и свободы другого человека, да, там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. То есть свобода связана здесь еще и с ответственностью определенной. То есть темы такие очень серьезные, и поэтому что-то однозначное здесь сказать невозможно. Поэтому Достоевский говорит о том, что человек настолько глубок, что его невозможно каким-то образом определить, и вообще невозможно понять, что ему нужно на самом деле. И тема человеческого «я» в качестве философской категории, мы знаем, волновала многих мыслителей, в том числе и Макса Штирнера, который говорит о том, что «а что есть на самом деле я?», да? Ну и, наверное, можно рассмотреть эту проблематику применительно к нашей действительности, да. С одной стороны, люди хотят пожить счастливой жизнью, спокойной жизнью, и государство эту жизнь может им предоставить, как это было в советское время, когда у людей действительно была уверенность в завтрашнем дне, люди обладали определенным набором бесплатных социальных благ. А с другой стороны, это общество было заидеологизировано, то есть действовали определенные предписания, определенные ограничения свободы, была цензура, то есть людям говорилось о том, что им можно делать, что нельзя делать, какую музыку можно слушать, какую нельзя, что можно читать, что нельзя читать, какие идеи можно выражать, какие нельзя. То есть идеология, конечно, накладывала определенные ограничения на реализацию вот именно человеческой свободы. И некоторым людям, в принципе, это было и не нужно. То есть они жили не своей жизнью, они делали то, что им предписывали, и особо не напрягались по этому поводу. С другой стороны, существовал определенный пласт людей, которые... особенно людей творческих, которые тяготились этой ситуацией. То есть здесь, наверное, все зависит от конкретного человека, как он относится к той или иной ситуации. Но ведь на самом деле, что такое творчество? Творчество – это как раз придание определенного смысла своей жизни. Творчество – это как раз некоторое выражение собственного отношения к жизни, да? Это как раз реализация человека в акте какого-то творения, именно реализация его мыслей. То есть человек живет не просто так, а живет, задумываясь о чем-то. И поэтому, естественно, когда ограничивают некоторую творческую свободу, тогда это вызывает определенное недовольство и неприятие. То есть, с одной стороны, действительно, хотелось бы пожить в состоянии такого счастья, да, спокойствия многим. С другой стороны, когда предлагают эту жизнь, люди опять-таки недовольны, пускай это меньшинство, хотя, как сказать, меньшинство ли это? Потому что на определенном этапе очень многих людей уже данная ситуация тяготит.
Ну и, соответственно, они разрушают то, что было выстроено таким вот идеальным, казалось бы, гармоничным образом. А на этом, дорогие друзья, у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.